26 по счету футбольный клуб «Славия» принимает футбольный клуб «Городея». Ну, слава богу. За часа полтора до стартового свистка. Футбольный клуб «Славия» Моздри. Воротах я уже говорил вам об этом. Как обычно, в принципе, Николай Романюк. Под 14 номером Владислав Борисенко. 23 номер Евгений Кунцевич. Под 45 номером Юрий Ощепун. Да и тем более нарушение правил было со стороны Мазырян. Чесновский подальше от своих ворот. Опасно. Вышел на ударную позицию Дмитрий Лебедев. Метров Мальцев ведет борьбу с Игнатенко. Игнатенко был чуть побыстрее. Передача на Сороку. Сорока, удар. Ну, сами, дорогие друзья, видели. Думаю, Дмитрий, дорогие друзья, вы заметили. Сделал капитан Городея на Игнатенко. Игнатенко вернул мяч Лебедеву. Правда, тут произошла потеря. И быстро контрвыпад Мазырян. Котляров включает повышенную пятую передачу. Входит в штрафную. Удар. Чесновский продемонстрировал свое мастерство. Шкурко оказался на газоне. Ну, а вот тут мы видим выход 1-1. И только лишь лужи спасли Мазырян в данной ситуации от неприятностей. Но зато дальше Антон Сорока сыграл по-гроссмейстерски. Сместился влево. Игнатенко, она капитана. Лебедев снова на Игнатенко. Подача. Перекладина после удара Антона Сорока спасает Мазырян. Свои плоды. Мальцев за боковой на Воронко. Воронковый мяч пускает на землю. Костров. Шкурко. Некому-то отдать. Находит Страхановича. Олег разворачивается. Снова возвращает мяч Ярославу Шкурко. Еще левее на Жука. Мальцев не успевает. Мяч нет. Успел левой ногой. Подача. Ну, удар головой. Чудо-гол, дорогие друзья, Александра Котлярова. Здорово сыграл Ярослав Шкурко. Перехватил мяч. Жук. Воронков делает забегание. Перед Воронковым. Павлючик. Передача Страхановичу. В подкате стелились сразу же два футболиста Городея. Удобно было и делать передачу, наносить удар. Шкурко. Контрвыпад Городея. Пять футболистов в зеленых футболках. Передача на Сороку. Не успел буквально на чуть-чуть. А, секундомер свой на левой руке. И за боковой. Котляров. Страханович. Передача обратная на Котлярова оказалась неточна. На подборе первым был Игорь Костров. Но боковой судья... Что показывает? Нарушение правил? Пенальти? Друзья, честно. Угадал Чесновский, но удар Андрея Воронкова пришелся в нижний правый угол ворот. Таким образом... Хорош Евгений Кунцевич. Воронков обыгрывает оппонента, выходит на ударную позицию, передача, и 3-1, Владислав Жук увеличивает преимущество Славии в этой встрече. Посмотрите, как интересно празднует гол Владислав Жук. Опасно, ворот Мазырян. Передача на Игнатенко, удар под перекладину, без вариантов для Романюка. На 74-й минуте свои бомбардирские качества продемонстрировал Дмитрий Игнатенко. И подача Игнатенко головой. Жук. Повторная подача. И угловой удар на этот раз правого фланга. Первая минута. Дорогие друзья, подача. И Кирилл Павлючик, по-моему, это он, головой делает счет в нашей встрече ничейной на 81-й минуте, 3-3. Верховая борьба. Воронков решился на удар, мяч отскакивает от Чесновского, но никого из футболистов в красных футболках рядом нет. Повторным броском, если можно так назвать, Чесновский спокойно владел мячом, сразу же вот его в игру. И в этот момент звучит свисток судьи Дмитрия Доли, который фиксирует о том, что встреча
27-го тура 26-го Беларусьбанк чемпионата Республики Беларусь по футболу высшей лиги между футбольными клубами «Славия» и «Мозырь-Городия» завершилась результативнейшей ничьей 3-3. Сразу 6 забитых мячей увидели мы сегодня.